За полгода объем будовничных работ у Могилевской области повеличился на 5% у поравнании с минулогодним первым полгодием. У регионе есть шерох важных социальных будовлю. Одна из них – ремонт и реконструкция Бобруйской детячей больницы. Поводле плана у новым сучасным обличье будинок открыть для медиков и их маленьких пациентов у наступном годе. Гэтыми днями на будовле завершают дах. У любое надворье будовля идзе полной ходой. На пляцоўцы працуюць каля 80 человек. Будовля оценивается у больш чым у 10 миллионов рублей. Гроши сбирали у Бобруйску на специальных акциях. Основное финансование – городские и областные бюджеты. Работа на объекте продолжается, несмотря на погоду. Пытаемся завершить в ближайшее время работы по устройству кровли, чтобы обеспечить в дальнейшем работу внутри здания. Будинки, которые ремонтуются, довольно сталого возраста. Одна частка 1963 года, другая 1938. А пошним разом ремонт тут робили у 80-х годы минулого стагодия, так что змены наспели. Спочатку разбурали старые конструкции, теперь узводят новые перегородки и проводят коммуникации. На чарзе новые окна и облицовочная плитка. К зиме мы должны войти с полным закрытым периметром здания, с окнами, с дверями и подведением всех коммуникаций, чтобы мы могли производить работы по отделке в тепле. Больница различена на 150 мест плюс реанимация. У будинку заявятся лифты, новая система вентиляции, сучасное начинение. Покуль идет ремонт, пациентов и врачу переселили у иншие медбудинки. Самое маленькое местится у корпусе родильного дома. Нормально работается, нам предоставили хорошие условия. И, в общем-то, мы там достаточно нормально помещаемся, уже привыкли. Разместились там наши функциональные службы, оказываем помощь детям. Урачи чакают вертания у родные стены. Господаршие службы працуют у контакте с будовниками. Обновленную больницу меркуют сдать у будущем годе, коли все отрымается у первом квартале. Илона Иванова, Юра Власцов, новини региона.